Всем привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua. Сегодня на обзоре у нас топовая модель китайских часов Phoibos из коллекции Leviathan. На сегодняшний день это одна из самых дорогих моделей бренда. И те, кто с Phoibos уже знаком, знают, что это часы отличного качества с очень крутыми характеристиками за свою цену. Ну а если вы видите этот бренд впервые, я предлагаю вам разобраться, потому что то качество и характеристики, которые дает Phoibos за свою стоимость, более популярные бренды дадут вам минимум на 80% дороже. А как показывает практика грубого поиска в интернете, то обычно, вот чтобы получить часы качества Phoibos, вам нужно переплатить в два раза. Впервые я получаю модель вот в таком travel кейсе, очень приятный, тактильно, очень компактный. Я думаю, вот в эксплуатации будет максимально удобный. Здесь у нас стандартная документация Phoibos. Здесь дополнительный каучуковый ремешок хорошего качества, учитывая, что у нас модель с водозащитой 500 метров и в оригинале идет на коже, то, конечно, ремешок вообще никак не будет лишним. Ну и здесь же сама наша красота, это Phoibos Leviathan часы в полностью бронзовом корпусе. И давайте мы его осмотрим. Бронза для меня непривычная, она имеет немножко другую текстуру, чем нержавейка. У нее нет вот этой идеальной однородности. Есть какие-то переходы в цвете, и это, конечно, необычно. И это, опять же, на любителя. Я выбрал модель в зеленом цвете для тестового ролика. И почему зеленый? Ну, потому что, скорее всего, эти часы купят мужчина, который имеет уже в коллекции какие-то повседневные модели и хочется чего-то необычного, знаете, а зеленый цвет, он смотрится очень круто, мне очень нравится, надеюсь, понравится и вам. Итак, давайте пройдемся по характеристикам. Здесь действительно все очень круто. Здесь водозащита 500 метров, соответственно, заводная головка завинчивается, есть гелевый клапан для стабилизации давления в корпусе часов. Здесь сапфировое стекло с тройным антибликовым покрытием, еще оно здесь сложной формы, смотрите, оно уменьшается к самому корпусу, смотрится необычно. По открытому балансу на циферблате вы можете понять, что это механика, это японская механика с автоподзаводом Seiko NH35A, ну как обычно микробренды используют этот надежный и недорогой, ну и, соответственно, неприхотливый механизм. Отличная рабочая лошадка. Безель 120 кликов против часовой стрелки. Очень мягкий, приятный ход, никакого люфта. И здесь необычное покрытие DLC на безеле. Как гласит интернет, на данном этапе это одно из самых дорогих покрытий. Если грубо, то молекулы углерода распыляются на поверхности, и она становится не менее прочной, чем алмаз. Здесь у нас 15 слоев суперлюминова на стрелках, метках часов и на безеле. Это очень круто, соответственно, часы светят очень ярко. Давайте посмотрим. Читаемость на 5 с плюсом. Здесь огромные стрелки, огромные метки часов, накладные на отметках 12, 3, 6 и 6 часов. Здесь такие в виде щитов метки. Такой зернистый, текстурированный, очень приятный цвет циферблата. Посмотрите, как дорого смотрится. Красота! И давайте я покажу вам размеры этих часов. Они не маленькие. 44 мм по безелю. От ушка до ушка 54 практически миллиметра. Толщина 15 и вес 173 грамма. Для таких размеров, кстати, очень комфортный вес.
ремешок из натуральной кожи, он такой прям толстый, прошит белой ниткой, классного качества, с гравировочкой, два фиксатора, массивная бакля, также бронзовая, здесь все очень круто. Задняя крышка также прям привлекает внимание, такой прям осьминог. Осьминог, необычные вот эти круги для крепления инструмента для вскрытия крышки. Здорово все очень выглядит. Мое запястье 18 сантиметров в обхвате. И вот так часы смотрятся на нем. Итого у нас часы потрясающего качества. Просто возьмите их характеристики и посмотрите, что в интернете вам другие бренды более популярные предлагают с этими характеристиками. Но суть тут не только в характеристиках, а вот в качестве и отделке ремешка и корпуса. И вообще в целом во внешнем виде. Фойбос молодцы. Очень достойные часы. Напомню, что у нас только оригинал, гарантия 2 года. Ссылку на эту модель для приобретения я оставляю в описании к этому ролику. Также там ссылки на наши Instagram, Telegram. Не забудьте подписаться, поставить пальчики вверх этому видео, если оно было полезным. Опять же, подписаться на этот канал. Друзья, на этом заканчиваю. Всем хорошего дня. Пока!